Всем привет, дорогие друзья, с вами Родригес, и это мое первое видео по открытию лица. Ребята, вот, в общем-то, я решился, прошло очень много времени, прошло, наверное, больше 4 лет, как я работаю на Ютубе, снимаю для вас разные видосы, делаем стримчики, общаемся вместе с вами, и, ребята, наступило то самое время, когда нужно открываться, открывать лицо, и я даже не знаю, я очень долго думал, как это сделать. Я подумал, ребята, я сделаю вам интересное сегодня видео, где вы будете сегодня участвовать. Активные будет абсолютно каждый человек, который у нас будет посмотрит это видео, ребята. И, соответственно, я надеюсь, оно вам понравится. Кстати, видео будет у нас загадочное. Значит, будет в видео спрятан кадр. Будет спрятано мое фото. Ваша, ребят, задача отыскать его. Обязательно пересмотри все видео от начала и до конца. Можно останавливать видео в любой момент, можно перематывать назад, можно пересматривать некоторые вот кадры по кадру, можно включать это видео. Собственно, делай, что абсолютно хочешь. Но обязательно, ребята, здесь вы увидите, в общем-то, мое фото. Не верьте тайм-кодам, которые будут писать под этим видео кто-то, кто как будто нашел мою фотографию. Не верь, возьми и сам перепроверь. Потому что, сами понимаете, сегодня у нас 1 апреля, день смеха, день дурака, так как говорится, да? И, соответственно, ребята, вас могут обманывать. Вы должны это всегда помнить. А также можешь написать под этим видео самые любимые гифки, которые ты увидишь в этом видосе. Самую любимую гифку, ребят, напиши прямо внизу в комментариях. А также ты можешь поделиться этим видео с друзьями. Пусть попробуют найти меня, ребята. У них получится или нет? Не говори им тайм-коды, не говори ничего. Пусть они попробуют, ребят, найти меня именно в этом видосе. Устройте им такой челлендж вашим друзьям, ребят. Разошлите это видео вашим друзьям, поделитесь с друзьями и посмотрите на их реакцию, смогут ли они найти вперед вас. Ну что ж, дорогие друзья, вы готовы? Давайте будем начинать.